поболеем где-то. Стоять. Сейчас ков. Стоять! Ну вот здесь он, конечно, молодец. Знаете что? Во-первых, он в середине, когда делал перемах, и так успел аж показать пробный тело, я даже слегка вздрогнула. Но каждый гимнаст стремится чем-то немножко удивить, как-то приукрасить, даже, казалось бы, такое традиционное исполнение того или другого элемента. У него это получилось. А особое уважение мне хочется выставить вот его тренеру, уже уважаемый, довольно возрастный тренер Ломакин. Рядом с ним работает Петр Китайский. Это, ну, возрастные, так скажем, ну, сколько они отдали здоровья, сердца, знаний, воспитывая, бесконечно воспитывая хороших гимнастов. И вот сейчас очень приятно видеть результатом их труда в лице Давида Белявского. Вот он, лед, ну как здорово! Вот она, чем красива, хороша гимнастика. Когда человек, вообще как птица, владеет своим телом, как хотите. Вот она, красота полета. И здесь точность, уже, конечно, остановки. Да, конечно, да. У него сложные элементы были, хитрые, да, сложные. Да, у него все. Махом назад двойное сальто, согнувшись. Ну, вот, конечно, это опять очень сложно, потому что он сделал не традиционное сальто назад, а вперед двойное согнувшись. И вот приземление, конечно, тут подвело немного.